Товарищи офицеры, дорогие друзья, сегодня знаменательный день во всех смыслах этого слова для войсковой части, которая буквально 5 лет назад начала несение боевой службы здесь, на наших рубежах. Знамя части дается всем боевым подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации. И мы горды тем, что на знамени части и на шевронах этой войсковой части расположен герб города Орска. Это большая честь для нас и ответственность. Я поздравляю весь личный состав и всех нас с этим праздничным днем. Желаю, конечно же, успешной боевой работы личному составу, всем нам мира и счастья.